В управлении Россельхознадзора подвели итоги работы ведомства за 2018 год. На заседании наградили журналистов, активно освещающих деятельность ведомства, в их числе и наши корреспонденты. Мы уже третий год подряд проводим этот конкурс, и нам приятно, что вы откликаетесь на участие. С каждым годом заявок от вас поступает все больше. В этом году поступила 21 заявка. Журналисты освещали самые разные направления работы управления. Изменения в сфере земельного законодательства, карантинные мероприятия, ветеринарный надзор, работу Федеральной государственной информационной системы «Меркурий». В теле- и радиоэфире вышло почти 130 сюжетов. Почетные грамоты управления.